И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи с вами ваш Альберт Вескер. Ну а это Джон, мать Баба Яга, его Уик. И мы продолжаем сегодняшнее прохождение. Давайте же выберем местечко. В прошлый раз у нас был Чайнатаун. Надеюсь, что вам понравилось. Я не стал уже прощаться, а показать чисто вариант того, что у нас было в финале. Надеюсь, такой подход вам понравился. Если нет, то не забудьте всегда. У нас все ссылочки в описании. Лайки, комментарии приветствуются. А свет мы сейчас заукаем. А ну-ка. Ой, это всегда такое. Ну-ка. Джон, выкни, а что ли, наслать? Бабьяку белорусскую захотела. Ну-ка, давай, запускайся. Уж извиняюсь. Я, наверное, это вырежу, а может и не вырежу. О. Вот. Во. Не буду вырезать. Смысл. Так, в прошлый раз у нас с вами был Чайнатаун. Мы его прошли. Босс та еще зараза оказалась. Поэтому давайте же погнали и прибьем бассету номер 2 из Элизиума. Я тут переключаюсь между программами, извиняюсь. Небольшие... И технические, может быть, глюки. Не знаю почему. Может быть и не будет. Посмотрим. Я записываю все с хопом. Эти два эпизода. Что ж, давайте отправляемся в стартовую позицию. Внимание. Да, агент. Итак, значит, вот наши результаты. Чайнатаун. Выполните все пункты сразу и получите звание. Значит, игровое время. Реальное время. То есть можно пройти... Как бы реальное время 36 минут у нас ушло, да? Нормально. Использование бинтов. Пункт 0. Получите звание за пункт. Ну, звание мне не интересно. Использование патронов 78. Убито на расстоянии. Убито вблизи. О, много убил. Помощь в ближнем бою, точность выстрелов, звание уже получено. А, мы получили его уже, хорошо. Используйте оружие, звание уже получено. Пройдите расстояние. Что ж, продолжаем. Эдгар был уверен мне до конца. Он ничего не сказал Уику. Мало кто на его месте повел бы себя так же. Что ж, судя по твоему тону, этот мистер Уик на этом не закончил поиски. О нет, он был только началом. Зачем тебе вообще притащил нас сюда, Хекс? Разумеется, я был рад встрече с тобой, но у нас всех полно других дел. Вы ключи к одному крайне важному замку. У вас есть выход на правление, которое заправляет вашим отелем, а также на мир, который за ним стоит. Как я люблю любимая власть, они всего лишь маска, личина, за которой скрывается очень простая истина. Именно власть определяет наше место и решает, каким будет мир вокруг нас. И правление всегда придерживалось этого принципа. Каждый должен поклясться верности. Все должны служить и подчиняться. Но может быть и не все. Только не кому-то еще дорога жизнь, знаешь ли. Видишь ли, сильные миры сего не слишком-то уважают тех, кто готов преклонить перед ними колено. Они одаривают их богатствами и чинами, взращивают в них чувство собственной важности, но не уважают. Сильные уважают лишь сильного. Нужно продемонстрировать силу, чтобы заслужить место среди них. И что, поэтому ты нас напал? Чтобы продемонстрировать силу? Нет, убить вас на ступенях отеля Континенталь, на святой земле, не боясь последствий, вот это будет демонстрацией силы. Они найдут и убьют тебя, судья.
выразят уважение мне и будут уважать мои неотъемлемые права. Пожалуй, продолжай. Имею любопытно, куда дальше отправится Джонатан. Элизиум, один из клубов Вуд, царство доступных удовольствий и неприлично дорогого алкоголя. Единственное, что достойно уважения в этом клубе, его владелец, вышибала по имени Осборн. Уик думал, что кто-то вроде Осборн бы знал, где найти меня. Но спросить... Этот парень мне по душе. Уик, что вроде Осборн знает меня искать. Но чтобы расспросить его, Уику нужно будет сломать эту гребаную крепость. Так. Я не знаю, почему у меня вот здесь не хочет нормально захватываться. Ну ладно, посмотрим. Итак. Это пошив костюма. Будем выбирать костюмчик себе. Давайте же уклонение расходуется на одну очку собранности меньше. И штраф за стрельбу по движущейся цели увеличен. Вот это возьмем. Хороший, кстати. Ну и сразу сгорает. Лучше тогда уж расходовать все отели Континентали. В конце концов, эффект получше будет, мне кажется. Тут у нас еще кипяточек, киселечек. Прекрасота. Та-та-та-та-та-та-та. Так, давайте, мистер Уик. Так, закажите, пожалуйста, вот это мне на заказ сшите. Буду очень... Жалко, что их нельзя... собирать. Было бы удобно. Ну, коллекционер собрал побольше, потом какие-нибудь новые плюшки появились. Так, переулок. Ни к чему тревожить посетителей. Зайдя отсюда, вы пройдете через административную часть Элизиума. Правильно, зачем портить людям настроение? Только из-за того, что Джон Уик хочет кого-то пришить. Итак, пойдемте, товарищи. Джонни, идем сюда. Открыть дверь. Так, нейтрализовать. Так, нейтрализовать. Так, и удар. Прекрасно. Здесь тайничков я не наблюдаю. А нам нужно проходить вдоль вот всех этих помещений. Причем вот сюда. Так что идемте. Так. Пока чисто. Будем идти зигзагами. Так, ясненько. Так, нейтрализация. Так, огонь. Огонь. Идемте сюда. Так. Огонь. 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 Поднять. Бинты применить. Идемте пройдемся. Так, это не является какой-то заначкой, ясненько. Огонь. Вот так. Теперь нам сюда. И вот на второй этаж. Так, пока соберусь. Сзади никого нет? Вроде никаких меток нету.
Так. Отлично. Нейтрализовать. Так. Уходим в сторонку. Огонь. Так. Так. Парировать. Нейтрализация. Вот, молодец, Джонни. Пока никого не наблюдаю. Так, откуда? Ага, вижу. Огонь. Так, огонь. Огонь. Прекрасно, Джонни. Так. У нас пока есть еще один магазин в запасе, поэтому не будем паниковать раньше времени. Вот, прошли. Посмотрим записи. Профессиональ. Ну что, продолжим? Итак, монеты к нам пока не дали. Что ж, давайте второй этаж. Музыка на первом этаже заглушила ваш прорыв. Враги будут менее бдительные. Посмотрим. Так. То есть мы, смотрите, вот с вами вот отсюда пришли. Говорят, что Осборн выбрался из грязи князя, начинал вышибалы, а стал в итоге владельцем клуба. Все так, но в этой версии его биографии упущена пара достойных случаев. Случаев падение с крыши, переломы со смещением, огнестрельные ранения. Понятно. Нет, ну а что? Карьера, знаете ли, так просто не делается. Я тут смотрю, какие-то метки есть. Походу, это и есть наши тайники, да? Лишен троди. Ладно, разберемся. Так. Нейтрализовать. Огонь. Ну вот так вот. Так. Осталось 15 патронов. Открыть дверь. А это и есть так такой музыкал. Музыкалка, да? Такая своеобразная. Так, парировать и нейтрализовать. Будем держаться колонн, тут безопасно, со стороны колонн.
Так, пока скрываемся. Откуда? А, он же и заметил меня. Пока просто отхожу в бок. Так. Огонь. Так, огонь. Огонь. Молодец, умеет уходить. Так, вот этого прибиваем сразу. Так, в сторону. Бинты. Так, отлично. Уклонились хорошо. Так. А, здесь настолько и не обойдешься никак. Нам куда надо вообще, кстати, так замучился, запутался. А, мне вот сюда. А, ну все правильно иду, значит. Вот, спасибо, добрый молодец. Вот так вот. Ну и заходим в главный холл. Бросить. О, револьвер, хорошая вещь. Посмотрим результат. Джон Уик, как Бэтмен в ночи, уничтожает свою цель, расстреливает каждого по пути. Джон Уик, он настолько горяч, что прямо барышни ложатся перед ним. Он Джон Уик, ходячая борода. Его борода способна уничтожать целые миры. Он Джон Уик. Джон Уик стреляет без промахов. Его костюм пули не пробиваем. Усачи только могут устоять перед ним, но ненадолго. Он Джон Уик перематывается даже когда нужно переминататься. Дислокация Джона Уика неизвестна. Пули Джона Уика опасны во все миры. Джон Уик. Он ужас ночи. Он заберет ваш револьвер, поэтому лучше используйте дешевый. Джон Уик. Он Джон Уик. Что ж, продолжаем. Извиняюсь. Итак, глотнул кисельку. Горло погрето. Продолжаем. Головорезы Осборна что-то празднуют. Едва ли они будут рады незваным гостям в VIP-зоне. Это понятное дело. Не будем отвлекать. Сразимся. Ну, поздравим с днем рождения. Может, кто-то там бразик реально. Заодно с ним похорон. Так, нейтрализация. Так, нейтрализовать. Так, ну револьвер это мощная штука, но я подниму лучше пистолет 9-миллиметровый. В нем больше патронов. Так, ну это сцена, не вижу смысла за него. Хотя давайте пройдемся за сценой, безопасно будет. Вот так вот. А хотя... Мне кажется, отсюда будет хороший обзор на все. А, нет, тут обзора нет.
Вот зараза, я думаю, больше обзор будет. Так. Ждем. Так, парировать. Нейтрализовать. Вот так. Можно теперь идти. Так. Ждать. Огонь! Ждать. 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 Огонь! Вот так вот. 20, че ты вылез малой на работу сегодня? Так. Сменить стойку. Поднять пистолет. Так. Огонь. Сменить стойку. Ждать. Сменить стойку. Огонь. 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 Сменить стойку. Черт, попадание. Так, огонь. Вот так вот. Так, пистолеты кончились. Поднять. Давай, соберись, Уик. Нам куда надо? Не сюда, нам надо вон ту часть здания. Идемте. Так. О, кто-то идет нам навстречу. Огонь! 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 Вот так вот. И у меня патронов мало. Ненавижу подобные. Так. Вот. Прошли. Посмотрим. Он, Джон Уик, зайдет на вашу VIP-вечеринку, прибьет ваших друзей, а главное, он как баба-яга приносит конфетки в виде свинцовых пулек. Он, Джон Уик, он наградит вас всеми хорошими вкусностями, а также заодно сыграет музыку на вашей дискотеке. Он, Джон Уик, бесплатная баба-яга на ваших концертах. Он, Джон Уик, он бьет всех ваших охранниц, ну и заодно валит их своей красотой и пышной бородой. Он, Джон Уик. Не путать с Киану Уик. Киану Уик — это другое. Джон Уик кастрирует каждого охранника. Он, Джон Уик, не жалеет патронов. Он, Джон Уик, собирает патроны. Он, Джон Уик, отличный бармен. Он смешает из ваших охранников мартини с моцареллой. И не спрашивайте, как это вкусно и без занятий. Я без них. Он, Джон Уик, превратит всю вашу вечеринку в настоящий салат Цезарь, смешанный с фондю. И одно стряхнет волосы. Он Джон Уик. Он идет, идет, идет. Стреляет и уничтожает револьверщиков. Он Джон Уик. Он ваше спасение. Джон Уик. Мартини бухнет и продолжит дальше движение. Он Джон Уик. Надо немножко сменить, мне кажется, цвет. Ну что, продолжаем. Только глотну киселечку. Итак. Следующая точка. Осборн. Этим вечером Осборн отдыхает.
он опаснее тех, кого его... Он опаснее тех, кто его охраняет. Ну, понятное дело. Из-за вторжения Уика Осборн пришел в ярость. Еще бы, кто-то вломился в его клуб, перебил его людей. Этого Осборна ему просить не смог. Вот только сил у него, как у медведя, а мозгов, как у курицы. В общем, с курицей сейчас будем сражаться. Курица в теле медведя. Интересно. Отлично. Возьмем колу. Так, огонь. Так, огонь. Так, огонь. Огонь. Так, бинтов ноль. У нас нет здоровья практически, ребят, если что. Это беда. Жалко, что нигде нет бинтов, нет. Нам вот сюда надо. Ули, где этот медведь? Обитает. Так. Ждать. Отлично. Огонь! О, какие люди! Огонь! Ну, здесь понятно. У меня и бинтов-то не осталось, честно говоря. А где я их найду? Я даже не знаю, где эти... находится. Этот пока меня не видит, и я его пока не трогаю. Действуем по-тихому. Нас не видно, нас не слышно. Так, соберись, Уик. Откуда? Черт с дальним, вот этот мне нужен. Так. Промах.
Огонь. А, да бросьте оружие в него. Поднять. Так, а кто откуда идет? Тут открыта дверь. Может, туда, конечно, пойти. С какой стороны? Вижу. Так, ладно, он нас пока не заметил. Я у этого на пути, ясно. Так. Есть. Хорош. Ага, вижу. Но этот мне пока не помеха. Так, с какой стороны? Так, там двое. Здесь все хорошо. О, ясно, вижу. Вот так вот. Сколько там оружия? 8 патронов. Ну так себе. Огонь. Вот этот мне уже больше нравится. С какой стороны? Ага, этот же самый. Ждать. Ждать. Отлично. Ждать. Тот ушел в сторону. Так, отлично. Огонь. Огонь. Черт, да сколько же вас здесь? Поднять. Убегай, Джонни. Соберись. Надо собрать как можно больше патронов, потому что здесь будет проблематичная настоящая битва. Так, отлично. Вот здесь будет чем порезвиться нам, товарищи. Так, и тут еще кто-то идет. Прекрасно. Отлично. Так. Но этого я могу нейтрализовать. Так, нейтрализация. Ну а теперь идемте. Так. Огонь. Вот так вот. А, сюда так и не пройдешь, да? Ну, давайте тогда пособираем побольше патрошку. Откуда? А, вот с этой стороны, да?
Так. В общем, оружия мы здесь нахреначили достаточно много. Нам должно хватить. Так. Давай, Джонни. Сменить стойку. Так. О. Поднять. Огонь! Так, сменить стойку. Хорош выстрел, уходим. Так. Сюда идем. Так. Собраться. Сменить стойку. Поднять пистолет. Огонь. Сменить стойку. Огонь. Сменить стойку. Есть. Так. Огонь. Сменить стойку. Мимо. Иди. Взять пистолет. Сменить стойку. Огонь. Мимо. Вот это битва, ребят. Битва тысячелетия. Так, надо отходить в стороночку. Я у него на виду пока нет. Собраться, Джонни. Поднять. Так. Огонь. Так. Сменить стойку. Какой же крепкий мужик. Так, соберись. Реально, битва стоящая. Мне он нравится. Отлично. Иди сюда, красавчик. Молодчик. Посмотрим на все это в видеозаписи. Так, так, когда тебе глотну? А то озвучить вам надо. Я знаю, в первых двух эпизодах не озвучивал, но... Потом подумал, а почему нет-то? Посмотрим. Он Джон Уик. Он прочистит ваш чердак. Если в вашем чердаке завелись... нелегалы с подружием, или если у вас завелись, скажем, летучие мыши, Джон Уик с ними расправится. Джон Уик профессионал. Он борется с китайской мафией, он борется с русской мафией, он борется с американской мафией, он борется с итальянской мафией. Он борется... Нет, с белорусской мафией не борется, он же дитя Беларуси. Но с другой стороны, он борется с трубочистами. Он Джон Уик, профессионал высшей категории. Он Джон Уик. Зачистит все аккуратненько, подготовит все хорошо, это будет его гнездо. Он засядет надолго на вашем чердаке, чтобы отгонять других
вредителей. Он Джон Уик, он будет вашим местным котиком. Джон Коте Уик. Зачистит от любых грызунов, от любых бандюк всю территорию. И сбежит, когда надо будет. Подберет парочку оружий, пройдется по немножко территории. Он Джон Уик, профессионал высшей категории. Он Джон Уик расстреляет все, путь и прав. Он Джон Уик сделает парочку дырок. Он Джон Уик заденет парочку голов. Он посидит, подождет, прибьет, парирует, разоможит. Он Джон Уик спрячется за вашим кухонным столом. Он прострелит парочку голов, опять же. Он Джон Уик прячется где попало. Он как темный рыцарь, он сама ночь. Он Джон Уик. Главное, не забудьте ему заплатить. Потому что если вы ему не заплатите, то он пристрелит всю вашу охрану. А если вы ему заплатите, то он просто вас кастрит. Он Джон Уик. Он настоящий баба-яга, он мастер кувырка на ебка. Он Джон Уик. Он использует кувырок на вырок, когда еще это было не в тренде. Он взбодрится, он потрясет своей бородой. Борода Джона Уика обладает магическими свойствами. Он спрячется, он выстрелит, он спрячется, он снова по паху выстрелит. Он спрячется, он снова в пах. Он спрячется, он снова стреляет тебе в пах. И именно в пах. Джон Уик стреляет только по яйцам. Четкая цель, четкий набор. Большие яйца, большие мишени. Джон Уик, профессионал высшей категории. Стреляет только по вашим яйцам. Конечно, если они из яиц, из чистой стали или золота. Только в этом случае он стреляет. В противном случае он будет стрелять вам чисто в голову. Но ему интересно пострелять по вашим яичкам. Он Джон Уик. Киану Уик, профессионал высшей категории. Он Джон Уик. Продолжаем. А я думал, комикс сейчас будет. Реально, я думал, комикс сейчас будет. Но нет. Продолжаем. Танцы. Посетители разбежались. Наверное, и вам пора. Ну да, костюм уже помялся. Костюмчик помялся уже. Полагаю, на шум тут же сбежались. О, разумеется. Черт подери, сначала люди Осборна вывели из заведения всех завсегдатаев, а затем устроили Уику настоящее пекло. Пекло не то слово, учитывая, что у нас здоровье по нулям. А я даже не знаю, где его поправить здесь. Так. Так. Брось оружие. Так. Парировать. Надо уходить отсюда. Просто уходим из этой зоны. Так. Ой. Не получилось. Переиграем. У нас реально мало здоровья. С другой стороны, мы босса прибили, причем очень долго мучили. Yeah.
Так. Так. Так, бросить оружие. Я не успею, наверное, его нейтрализовать. Парировать. Ой, не, говорил, не успею. Очень сложная зона. Надо просто бежать отсюда. Не будем задерживаться, всех убивая. Хотя, было бы здорово, наверное. You bet your ass it did. Osborne's men cleared the patrons. And then they rained down hell on him. Так. Промах. Так. Поднять. Уходим. Так, соберись, Джонни. Так, кого можем? Я думал, он да, выстрелит нормально. Ну ладно. В общем, здесь в основном сочетание стелса надо делать. Жесткая игра, что поделаешь. Imagine such noise brought a crown. Yeah, you bet your ass it did. Osborne's men cleared the patrons, and then they rained down hell on him. Так, вот с этим я смогу сразиться более-менее. Так. Так. Вот реально сложный уровень. Реально очень сложный, товарищи. Imagine such noise brought a crown. Yeah, you bet your ass it did. Osborne's men cleared the patrons, and then they rained down hell on him. Так. Брось оружие. Вот, они, кажется, пытаются сделать так, чтобы мне было сейчас каждый раз сложнее. Я уже потел весь это. Реально. Либо это я с киселя так. Джон Уик под киселек. Imagine such noise brought a crown. Yeah. You bet your ass it did. Osborne's men cleared the patrons. And then they rained down hell on him. Так, поднять. Ah!
Сменить стеку. Ой. А, я думал, я успею. Надо было сразу прятаться. Но подход был неплохой. Или сейчас станем мастерами проникновения. You bet your ass it did. Osborne's men cleared the patrons. And then they rained down hell on it. Так. Обычный охранник. Брось оружие. Так. Парировать. Поднять. Нейтрализовать. Слушайте, здесь меня... А можно посмотреть, как Джона Уика убивает в фильме? Честно, хотелось бы посмотреть. Не видно, здоровья очень мало. Osborne's men clear the patrons. And then they rained down hell on him. Так. Так, ждать. Идти. Пока там идет один дебил. Так. Промах. Нейтрализовать. Неплохо. Поднять. Так, ждать. Нейтрализовать. Поднять. С какой стороны вышли? Я не знаю, с какой стороны они выходят, но надо двигаться. Обходим. Ой, зараза какая. Так. Зараза-то какая. Окружили со всех сторон. Огонь. Реально, жуть, какая сложная локация. Реально сложная, ребят. Очень сложная. Imagine such noise brought a crowd. Yeah. You bet your ass it did. Osborne's men cleared the patrons. And then they rained down hell on him. Так. Подняли.
У меня одна жизнь осталась. Пройдем и пройдем, как думаете? Я думаю, нет. Надо было лучше их сюда вывести. Кстати, а реально ведь вещь-то умная пришла в голову. Вывести их сюда. Osborne's men cleared the patrons. And then they rained down hell on him. Так, там никак не пройдешь, да? Так. Так. Собраться вык. Ждать. Нейтрализовать. Огонь. Ждать. Огонь. Сменить стойку. Так, ну это обычный охранник. На него можешь пока не обращать внимания. Они со всех сторон меня облапошили. Да уж. Вроде хорошо пошли. Но с тремя жизнями, конечно, это не вариант. Но жопа коцканная уже у нас. То есть вот здесь как бы понятное направление. Это обычная охрана. Так. Вот так вот. Поднять. Огонь! Прекрасно, идти. Поднять. Жалко, что я не могу перепрыгивать через такие вот пределы. Джон бы спокойно перепрыгнул бы. Это вышибало, не страшно. Так, откуда? Так, пока ждем. Так. Ах,
Хорошая была затея, но они выскочили все одновременно. Они, видимо, чувствовали, что я там. Они, видимо, собирались с целой армией. Надо было сразу отходить. Нет, в принципе, загнать всех в одной точке, потом накопить там оружие и потом их прибивать, ну, идея неплохая. Osborne's men cleared the patrons. And then they rained down hell on him. Так. Бросьте оружие. Нейтрализация. Поднять. Нейтрализовать. Так, нейтрализовать. Вот так вот. С какой стороны идут? Ага, вижу. Вот так вот. Собраться, Джонни. Идемте. Пусть пока идут. Пусть пока идут сюда. Я буду отсюда отстреливаться. Так. Так. Огонь. Так. Поднять. Так. Ждать. Огонь. Ждать. Так, ждать. Огонь. Вот, видите? Сменить стойку. Больше никто не идет. Отлично, собраться. Поднимем побольше к магазинчику. У нас тут целый магазин. Можно открывать оружейный склад. Правда, у нас всего одна жизнь осталась, что обидно. Сможем пройти? Я думаю, сможем сейчас. Было бы обидно, если бы не смогли бы. Вышибало, не смотрим. Хрен с ним. А вот на этого надобно. Так. Этого не оглушишь. А такой хороший сейчас заход был. Ой. Вот там был супер громила. Я не ожидал. Игра прям была неожиданностей, не могу тебе. Imagine such noise brought the crown. Yeah, you bet your ass it did. Osborne's men cleared the patrons, and then they rained down hell on him. What the heck? Поднять. Поднять.
Так. Вот так вот, неплохо. Поднять. Так. Вот так вот. Уходим. Так, собери Джонни. Так, пока никого из них не наблюдаю. Так. Точку. Поднять. Огонь. Соберись. Поднять. У нас пока еще 3 жизни, если что. Где? Кто открыл? Так, ждать. Я просто не знаю, кто откуда идет. Я слышал, что дверь открылась, а откуда кто идет, не знаю. Отлично, вижу. Так. Уходим в сторонку. Поднять. Пусть идет сюда. Так. Вот с этим разобрались, красава. Парировать, нейтрализовать, поднять. Я же откажусь от автоматического пистолета, вы что, спятили что ли? Нет, конечно. Это штука имба. Вот мы и прошли. Тяжело. С мучениями, но прошли. Что ж, пора мне теперь начать озвучивать. Погнали. Он Джон Уик. Он зайдет в вашу вип-персону, оглушит вашу девушку, зайдет, ублажит вашего любовника пулями, естественно, а вы же чем подумали. Он Джон Уик. Оглушит еще 2 охранника, посидит на нем его за лице. Простреляет парочку ваших телохранителей. Посидит тоже на их лице, естественно, но это понятное дело. Пособирает потрошечки. Прострелит колено вашему помощнику. Откроет двери. Расстреляет все ноги. Уйдет в сторонку. Пройдет парочку коридорчиков. Он Джон Уик. Он мастер маскировки. Хитман завидует молча. Он отстреливает всех по одному. Он подбирает окружку и отстреливает всех до одного. Далее, проведя полный учет всех пуль и патронов, после сотни одной смертей спокойненько проходит по местным местам, бросает свой пистолет
умирает от пулей, словно Нео. И он по Джону Уиковски отстреливает бандосу яйца. После чего другому бандосу отстреливает яйца с помощью рук. Берет охренительный пистолет-пулемет и уходит в закат. Он Джон Уик. Он зачистит от всех ваш вип-зону. Джон Уик. Что ж, продолжаем. Ну, слушайте, эффект вышло. Вот что значит старание, да? Можно? Спасибо. Итак, осталась последняя точка в сегодняшнем этапе. Элизиум клуб Осборна. Опасное место. Склад. Проберитесь к черному выходу. Хекса нужно искать в другом месте. Ясно? Погнали. Итак. Ух ты, сколько здесь всего. Почему он, кстати, помечен таким вот именно значком все? Немножко как-то странно. Такое ощущение, будто... Нет, я понимаю, что это логотип Хекса. Так. Нейтрализация. Хорошая пушка, мне, кстати, нравится. Расходуется, конечно, очень быстро. Так, давай соберись, Джонни. Нам проходить через весь винный погреб. А там еще и бандюга. Так. Брось оружие. Промах. А, нет, попал. Так, он сейчас выйдет на меня вот сюда. Так, поднять. У меня одна единица здоровья. Я не знаю, что мне делать. Можно, конечно, пройтись по всем помещениям. Может быть, где-то здоровье реально валяется. Просто я не видел его. Давайте реально так сделаем. По-хорошему же должно же быть. Где-то. О. Нет, нигде здоровиться. Но проверить стоило было. Давайте я вот это заберу лучше. Тут побольше патронов. Зато, кстати, задницу прикрыли с другой стороны, тоже хорошо. Так, ясно. Так, удар. Вот так вот. И идем.
Так, просматривается все очень хорошо. Мне это не нравится особо. Так, ждать. Так, нейтрализация. Ждать. Нейтрализация. Нам пока везет, да, я только вышибал. Так. А там охрана с пистолетом уже пошла. Красота. Так. То есть! Хорош, Храдик, а практически прошли ведь! Вот это... Вот хороший Храдик, кстати, между прочим. На вес золота. Повысить ему зарплату, пока я его не убил. Вот, молодец, Уики. Вот, лежи на месте, кому сказал. Здоровья маловато. Ну тоже неплохо. Давай, соберись. Здесь в основном много вышибал, между прочим, я заметил. Так. Зараза, зажались. О. Ладно. А, то есть этот был первый, видимо. Я пока еще не научился толком ориентироваться с этой вот полоской верхней. Я думал, вот этот будет первый, ясно. Видимо, а, видимо, когда я выделяю, я могу понять, кто из них поочередно будет меня бить. Полезный навык. Так, вот он у нас. Охраняет. Ah!
Так. Вот так. Вот это мастерский уровень. Так. Попал, молодец. Вот так вот. Так, нейтрализовать. Пока никого не вижу. Так. Кувырок все равно. Так, сменить стойку. Так, нейтрализовать. Поднять револьвер. Кто-то пользуется револьвером, мы обойдем. Вот это под их дали. Надо было просто обходить их. Надо было реально обойти просто и все. Нет, ну реально, конечно, лют. Зараза. Но вот мне нравится. Мы на агенте, заметьте. А если бы последний выбор был бы 5 секунд каждый раз? Представьте, какой кошмар был бы. Так, давайте заодно сориентируемся. Ждать. Вот так. Вот зараза. Хотя... Давай, Джон, соберись. Я лучше пока с этим похожу, но путь будет. Ждать, ждать. Так. А вот теперь можем идти забирать последнюю мою пушечку. Так, Джонни. Так, неплохо. Пока идем с 9-миллиметровым. Так. Будем ждать, пусть пока идет сюда, к нам. Да.
Так, огонь. Так. Сменить стойку. Давай, соберись, Джон. Так. Вот это битва тысячелетия, товарищи. Так. Вот так вот. Пусть полежат, отдохнут. Ну, 5,5, 25. Есть пока чем заняться. Пошел в сторонку. Так, а вот теперь уходим. То есть! Хорош. Респект. Реально респект. А эти двое хорошо сработались. Видимо, любовники. Ну, чё нет-то? Так, неплохо. Ждать. Ждать, ждать. Нейтрализовать. Нейтрализовать. Удары. Идем. Соберись. Так. Ждать. Огонь. Огонь. Идем. Я, наверное, вот этот пока возьму. Потому что чую пригодится, мне пистолет пулемет еще впереди. Вот и говорил же, пригодится. Отходим. Так, уходим. Где я оставил пушку? Кто помнит? Я не помню. А, вот она где. Огонь. Ну, с этим разберусь я. Вот так вот. Давай, Джон, соберись. Так.
Так. Огонь. Нейтрализовать. Прошли. Посмотрим. Ну что ж, озвучим. Позвать повтор. Можно? Анджон Уик зачистит ваш склад от всяких вредителей, крыс и прочей всякой шелупони. Анджон Уик сломает всем шеи, у него прекрасный полюстель полюбет, он переломает всем своим ниндзюца, у него собран брару. Анджон Уик превратит всех в отбивную и в котлету. Ну и конечно же, прячется за колонной без слов профессионал, бьет по яйцам девушек, бьет по головам пульми. Анджон Уик. Он тактик, он стратег, он собирает ваше оружие, он прячет свое оружие, он готовится уничтожать ваших врагов, он Джон Уик. Отходит в стороночку, собирает вкусняшечки, он Джон Уик. Не забудет про сомелье Уика. Сомелье Уик оценит всю красоту и полноту кровушки ваших охранников путем проб пулями. Он Джон Уик. Пробьет вашу охрану, уклонится от пулей, возьмет хорошую пушечку, пока он ее ищет, вернется и нашпигует всех пулями. Это профессиональ высшей категории, который перевернет всю красоту винного кровавого вкуса вашего заведения. Он Джон Уик. Он идеально озвучит всю бухгалтерию вашего заведения. Он оценит точность, прочность мозгов всех ваших коллег. Ну и пробьет вашего самого крутого вандала и уйдет в никуда. Он Джон Уик. Продолжить. Итак, на этом мы сегодня пока что закончим. Надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее прохождение. Лайк, комментарий, подписка на канал, Дискорд, ВК, ДНР, Телеграм, ссылочки все в описании. Ну а с вами был Вескер, Umbrella Teaching. Спасибо всем, кто нас сегодня смотрел. Наверное, самый длинный эпизод. Ну, я думаю, вступительный эпизод всегда должен быть длинным. Если вам понравилось, напишите, что именно. Лично мне очень понравилась боевка. Такая вот... Ну, шикарная штука. Но с другой стороны, получено новое звание для уровня Змей Горыныч. Дракон о трех словах. Уик в совершенстве владел любым видом огнестрельного оружия. Значит, выполните все функции сразу и получите звание. То есть я получил звание Змей Горыныч за то, что я здесь все пункты выполнил одновременно, да? Получите звание за пункт игровое время. Ну ладно, неплохо. Реальное время. Час 35. Походу, я все-таки разобью на части. Использовано бинтов. У меня было два, но так или иначе, ладно. Использовано патронов. Убито на расстоянии. Убито вблизи. Помощь в ближнем бою. Помощь в ближнем бою. Подожди, что значит за помощь в ближнем бою? Поясните, пожалуйста, если я не понимаю. Точность выстрелов. Получение звания за пункт. Использование оружия. 34. Получено звание. Пройдите расстояние. 1200... 1 километр 247 метров. Ну что ж, неплохо. Нормально. Будто прогулка по городу небольшая. Такая легенькая. Я то бегаю больше. Что ж, ребят, надеюсь, что вам понравилось. Лайк, комментарий, подписка на канал, Дискорд, ВК, ДНР, Телеграм, ссылочки все в описании. Удачи!